Набор средств для жирной и проблемной кожи с воспалениями. Набор миниатюр – идеальный способ попробовать все наши средства для такой кожи. Гель очищающий – идеальное средство для умывания. Подходит для самой чувствительной кожи, хорошо удаляет остатки кожного сала и макияжа. Маска энзимная пектиновая – мягкий энзимный пилинг, который мягко отшелушивает чешуйки эпидермиса и освобождает поры. Сыворотка Стопакне на основе азалаиновой кислоты – эффективное средство для жирной кожи, склонной к воспалениям. Обновляющий флюид Альфа-Дерм имеет текстуру oil-free. В своем составе содержит 5% миндальной кислоты и комплекс АХА-кислот. Хорошо выравнивает кожу, суживает поры и контролирует выработку кожного сала. Гель для жирной кожи увлажняет кожу, контролирует выработку кожного сала и успокаивает кожу в течение дня. Способ применения. Утром умыться при помощи геля очищающего. Лучше использовать тоник по типу кожи. После чего нанести гель для жирной кожи, распределить аккуратно по всему лицу до полного впитывания. Далее можно нанести или тональное средство, или ваш обычный дневной крем. Вечером умыться при помощи геля очищающего, также протереть кожу тоником и нанести флюид Альфа-Дерм на все лицо, избегая области вокруг глаз и области губ. Маску пектиновую стоит использовать 1-2 раза в неделю для дополнительного очищения или же перед чисткой лица.